Слушай, еще это жена скифа, тело скифа еще где-то в лесу, чтобы тело это вернули это, ну, на хранение. Не получится. В ближайшее время уж точно. Почему? У нас нет ни техники, ни вооружения. Вода замороженная приезжает, хавку не на чем греть, огня нет, ничего нет. Мы бомжи здесь, мы щенки брошенные. Если мы зайдем в ту посадку, где скиф остался, нас всех перебивает нахуй. Там очень трудно все с этой херней. Ты сам-то как? Ты сам-то как? Ну что, ноги потихоньку отмерзают, что, вещей до сих пор нет, нихуя не приехала. Никакой ротации тут не слышно, блядь. Сколько мы здесь сидеть будем, не слышно, неизвестно. Ладно, ты там береги себя, Господь с тобою. Ну, молимся, молимся.